Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. С вами снова Дэн Жуков, стартапер Дэн Жуков. Не случайно мы с вами в гараже, вот здесь, в моем гараже. Мы в прошлый раз так с вами немного поговорили о великих, о стартаперах, о тех, кто делают стартапы. Это и Билл Гейтс, это и Стив Джобс, и Владимир Владимирович Путин начинал. Владимир Владимирович, ну, может, не с гаража, но Олег Тиньков. Если уж он не с гаража начинал, то уж явно с парковкой для велосипедов. И, соответственно, сейчас я покупаю велосипед. Это юмор такой, шутка. Это и Эльдар Рязанов, все начинали с гаража. Все они, конечно, люди достигшие, изменившие вообще наш мир, они устроившие какие-то технологические прогрессы, технологическую, вот эту вот техногенную, технопрогрессивную, эту вот культуру. Ну вот это вот все, короче, сделал. Гараж это как символ, это как некое место силы, это отправная точка всех стартаперов, это то место, где зарождается стартап. И Дэн Жуков, стартапер Дэн, не может остаться в стороне. Именно здесь, в этом гараже, именно я, стартапер Дэн Жуков, будет искать себе офис для стартапа, чтобы сделать свою империю. Вот так вот. Вы спросите, почему я здесь сижу? Не спрашивайте. Я уже говорил, что я опережаю время. Я приехал на час раньше. Сижу, отдыхаю. Кайфую, в общем, да. Я вообще так, знаете, подумал, где вообще должен быть офис успешного стартапера? Ну, сами знаете, Питер, это центр Питера, какие дома там. 300 лет дома, вдумайтесь, 300 лет. Там развалюха полная. Ну, в общем, все какие-то бомжовые новые, а не дома. Серьезно. Конечно, там никакого стартапа не получится. Там похоронное бюро можно сделать, наверное, но явно нет темы. Дома как в Самаре, реально. У нас в Тольятти все дома новые. Вообще жопа полная. Мне не важно местоположение, мне совершенно не играет никакой роли. Чтобы минут 30 езды было, все. Лишь бы не в Самаре. Какие там этажи, 49 этажей было, там 50 этажей, не важно. Какой-то красивый фасад, нет. Парковка. Парковка не важна, это такси еще. Главное, чтобы в бизнес-центре был Газпром. Реально. Это очень важно. Газпром и еда. Вот так. Меню? Да. Пойдемте, давайте посмотрим. Камера встал. Слушайте, а вот это вот... Это вот там дорога, что это за дорога такая? Кольцевая. Ага. Кольцевая, да. А мы с какой стороны? Внутри, в городе, конечно. А, мы в городе, да? Да. А, ну нормально. Как вам вид из окна устраивает все? Ну, нормально, да. Метров 17, да, где-то здесь? 18. А, 18. Вообще чуть-чуть. На первое время тут самое то. Потом перееду. А, вот, Большая компания, короче, будет. Так можем сейчас сразу подыскать большой офис, если ходить? Да не, сейчас времени нет, сейчас у меня уже тут... Ну, тут уже сейчас начнется встреча. И что, слушайте, а правда здесь Газпром сидит, что ли? Вот за этими окнами. А, вот за этими? Да. А, так мы соседи. Ну, это самое главное, да, нормально. Ага. Смотрюсь, развалюсь. Все, договорились, давай. Сегодня был тяжелый день, но тяжелый день – это не повод для отдыха. Я считаю, что в стартапе нет места слабакам. Вот прям не место им, и поэтому сейчас самое время для зала. Тема для качков, тема для качков.
сложный день, но нужно продолжать всегда держать себя в форме, особенно волку. Волка кормит что? Ноги. Поэтому сегодня ноги. Запомните, стиль очень важный момент. Синяя майка, синяя гантель. Это очень важно для стартапа. Как вы уже поняли из первой серии, я приехал сюда без багажа, без всякой чуши, без кредита, без всякой херни. Потому что все эти машины, квартиры, все это дело наживное, понимаете, это все можно приобрести здесь. Но есть несколько вещей, которых нельзя купить, которые нужно возить с собой, которые нужно приумножать. И такую вещь я привез с собой. Это Артура. Артур — это мой тренер по фитнесу. С какого-то языка медведь переводится как Артур. Волк и медведь в одной берлоге. Я вам сейчас просто один момент объясню, чтобы вы просто понимали. Артуру нужно было по-любому все равно уезжать из Тольятти. Но он как бы не со мной уехал. Ну, короче, там долгая история, я все вам рассказать не могу. Целиком я показывать его не могу, поэтому будут только руки Артура. Кстати, медведь ни хера и не хищник. А волк хищник. Тренер, он вроде нормальный. В общем, нельзя так взваливаться на себя, как сегодня я. Завтра мы ищем ассистента. Ну, реально, нельзя так взваливаться на себя. Я же голова, реально. То есть я должен заниматься стартапом, я должен видео опять же снимать. Я тот человек, который мозг. Не делайте того, чего не хотите. Нанимайте для этого людей, как это делаю я. Нужно как-то разделять труд. И они будут делать все за вас. Решено, ищем ассистента, 100%. Волк должен быть всегда в форме. Ты что, здесь работаешь? Да, работаю. Слушай, ну расскажи там что-нибудь про себя. Там, как вообще работаешь, где, что. Может, пойдем потихоньку, это сейчас холодно? Да. Ну, я работаю. Ты где работаешь? В Газпроме. А, в Газпроме здесь? Mm-hmm. И чего, как тебе твоя работа? Нравится? А начальник тебе твой нравится? Нормально, да? Давай так, кто тебе больше нравится, твой босс или я? Ну, просто. Наверное, ты. Я веселый, да? Ну, да. У меня сейчас тебе серьезный, Лиль, вопрос. Тебе твоя зарплата вообще устраивает? Просто сколько она вот тебе составляет? Ну, говори, я запикаю это потом. Говори на камеру. А, хотя, погоди. Погоди, стой. Я хз, как тут запикивать, пока... Подожди. Мы сейчас собеседование на камеру запишем. Угу. Ничего? Не против? Нет. Отлично, так. Ну, все. Представься. Да. Лилия Пестова. Ага. Сколько тебе лет? 21. Отлично. Итак, вот теперь, Лиль, расскажи, что ты умеешь вообще, как? Скажи. В смысле? Я просто рассказал Лиле, что Газпром для нее тупик, это вообще не ее клинкор. Поэтому я так подумал, что из-за ПЭТа мы выяснили, но не очень. Сейчас, в общем, будем пытаться Лилю устроить сюда. Вот так. А я подумала, что ты уже... Ну, окей. Может быть, и резюме показать свое? Не, мне это резюме, мне вообще это неинтересно. Давай просто так поговорим, чтобы, ну, мне нужно почувствовать тебя. Ну, я в этом году закончила Герцена по специальности. Ладно, давай резюме тоже посмотрим. Так, на тебе комп, держи. Угу. Держи там, в общем. На ХХ поищи свое резюме. Ты пока там ищешь, скажи вообще, где живешь-то? Я живу на электростиле. А. Вот так. А. Вот. Вот, тебе поднести или ты сам найдешь? Да, давай, я посмотрю. Так. Вот. Посмотрю.